Кстати, заметил такую ерунду. Здесь у меня стала краска слазить. Еще ржавчины нету, но стала слазить. Я здесь, конечно, подкрасил кисточкой. Это было месяца полтора назад. Вот, сейчас решил все это дело скрыть. Я тут смотрю, конечно, здесь уже нацарапано так изрядно красиво. Жесткий абразив. Решил левую сторону посмотреть. Такая же суета. Вот. Так же у меня было. Вон он, цинк. Сейчас я буду все подкрашивать. Ну и тут с торца тоже. В общем, сейчас нужно здесь вот все промазать краской. Так, взял обезжирку. Ну, просто вот так вот. Просто вот так вот. Сейчас мы все обезжирим. На ЛКП не действует никак. Ну и все. И промажем там кисточкой, чтобы ничего не ржавело. Здесь, по идее, надо шкуркой вот это все вот вышкуривать. То, что сюда набилось. Ну все. Все там открасил. Там целая полочка была. Ну, протертая до цинка. Известно же, оцинкованный все-таки. Ну, спецгрунт такой был. Вот. Ржавчины нету, но, видите, все облезло. Надо вовремя замечать такие мелочи. Все, сейчас ставим обратно все. Ну, сейчас еще раз гляну, если есть, там пробел промажу. Ну и вот, как все подстыло, теперь нужно все застегнуть. Легким движением руки, наверное. Ага. Опа. Все. Дома. Ну все, незаметненько. Так. Все вставилось. Все супер. В общем, мойкой. Ну, я и так, в принципе, хорошо промывал. Но меня и хватило надолго. У людей года через 4 уже беда была вот такая вот. А я мойкой здесь вот всегда сильно промывал. Ну, последний год забил, конечно. Вот, так что советую, ребят, когда моете, в принципе, любую машину, эти вот щели все промывайте очень основательно. Хорошо, что есть цинк. Так бы, если была приора, то все, там дыра была бы за 6 лет эксплуатации.